Хей, хей, на связи Dragon Soul Play. И у нас новая серия Torn Away. Как вы заметили, дорогие друзья, бляха-муха, меня по-прежнему скрипит мое кресло, как бы я его не крутил, засранка она такая. Но это не главное, главное, что у меня, ну, вебочка новая, я похвалюсь. А еще сзади, как вы заметили, может гореть гирлянда. Да, может, скажет, у меня Новый год, Dragon Soul, ты чё? А у меня Новый год в душе. Меня хочу вам праздничное настроение создать, пока стадион лета не куплю. Так. О, это новый дневничок, кстати. Кстати, да, мы тут в новый такие попали. Ага. С днем рождения, доченька. Пусть тебе всегда будет тепло в этой меховой шапке. Помни, что любовь матери сильнее самой лютой стужи. Я тебя очень люблю, мамочка. Безмерно скучаю. Мама, твой подарок самый теплый. Не грусти. Бреду уже словно целую вечность. Я не знаю, на правильном ли я пути. Другого выхода у меня все равно нет. Мама, ноябрь 44-го. Дорогие, любимые мои Катенька и Асенька, нет слов, которые бы описали то, как мы сильно по вам скучаем. Мы живем дружно. В нашу деревню пока не сунулся немец. Есть хлеб и свежее молоко. Чего еще желать? Не представляю, каково вам должно быть на чужбине. Одна радость, что живы. Что доносится все-таки иногда от вас весточка. Пусть весь этот кошмар закончится поскорее. Любим вас и ждем с нетерпением нашей деревушки. Ваши бабушки и дедушка, тетя Лида и малыш Егорка. 17 октября 43-го года. Ну, посмотрим. Кстати, меры по улучшению контента все же приняли. Так, что у нас тут? Не зря этот шкаф сюда подвинул. Идет же! И не говори, мистер товарищ варежка. Можно... Согласен, лазить по чужим вещам нехорошо. Но не переживай, мы же лишнего не возьмем. Конечно, нет. Станет. Смотри, у папы такая же стамеска была. Он тебе тогда еще коня Аркашу смастерил. Возьмем на всякий случай? Конечно, возьмем. Спички. Коробок пустой, вот засада. Чего? Еще поищем? Конечно, поищем. Так, надо речь прибавить. Можно речь чуть-чуть прибавить, а звуки чуть-чуть подубавить. Подсырели. И зачем они нам без ружья? Согласен. Может, еще что-нибудь тут и есть. Посмотрим. Коньки вон. Висят. Оу, а ты ведь у нас неплохо на коньках катаешься. Кстати, да, надо будет вообще зимой покататься. Жаль, что сейчас не до этого. Эх, жаль, да. А я, кстати, очень люблю на коньках Мышка. О, готов поспорить, она испугалась не меньше. Согласен. Кружка нам еще пригодится. Конечно. Как чай пить-то? Ножик. Не похож он на кухонный. Я бы не трогал. Краску эту с пальцем потом не отмоешь. Ну, ладно, не хочешь трогать. Как хочешь. Тут у нас печка есть. Это печка наше спасение. О, буржуйка, кстати. Наконец-то согреемся как следует. Дом мы такой можно вообще сделать, ништяк. Папа показывал, как разжечь костер. Сначала бумага, потом деревяшки, ну и поджигаешь потом. Так, ну что? Без дров нам огонь не развести. Согласен. Надо где-то дрова найти. Я бы тоже выпил чего-нибудь горяченького, но нам печку для начала растопить надо. Растопим печь, и тогда уже про остальное подумаем. Больно уж холодно. Согласен, давай-ка искать дрова тогда. Давай печь сначала растопим, а потом покатаемся. Замерзнешь ведь. Согласен. Я просто... О! А давай-ка дровишки в печь покидаем. Давай. Только мне сначала надо еще и бумажечку, может, какую-нибудь найти. Может, тут что-нибудь есть. О!
Жемчужные сережки. Странно, как они тут оказались? Тут там кто-то жил. Ну, понятно. Наелся, уснул. Ты не беспокой кусача. Согласен, ладно. Оставим его. Вот и стамеска пригодилась. О, стамеска. Давай, давай, давай. Кажется, поддается. Ничего, поддастся, давай. Кстати, вообще тут и ломик бы пригодился. Ну, монтировка какая-нибудь с гвоздодером. Было бы лучше, конечно. Давай еще. Давай, Ася, давай. Теперь вторую. Вот так. Еще немного. Ура, получилось. Что же там внутри? Давай посмотрим. Подсвечник. Какой необычный подсвечник. Фига себе, канделябр. Документы какие-то. Язык незнакомый. Ну, будем надеяться, что не нужное. Да и выхода у нас нет. Бумага есть бумага. Согласен. Так, а тут у нас новые записи. У мамы были такие, но она их выменила их, чтобы подарить мне шапку. Так, это мы уже читали. Так, все, забываю, как правильно выйти тут. Так. А ты неплохо придумала набрать снег в кружку. Молодец. Остается только нагреть, и будет нам кипяток. Давай проверим. Я случайно, в принципе, это сделал. Как-то это все еще поджечь нужно. Давай искать спички. Давай. Так, хороший вопрос, где бы мне тут их найти? Ну, будем искать. У нас-то выбора и нет особо. Коробок пустой, вот засада. Так. О! Детская одежда в такой жуткой хижине. Как-то не вяжется. Ну, много чего не вяжется на самом деле. Что-то, а где спички-то искать? Конечно, все понимаю, но спичек... Как спички-то искать? Алло, гаражик. Чего это пол так скрипит под весом маленькой девочки? Опа! А может, что-то в пол? Да тут есть подпол! Интересно, что там внутри? Давай, может, спички там найдем? Давай. Ух ты! Какие красивые и добрые люди. А, типа ровненько повесить или что? Так. Угу. Погоди-ка. Не пойму. Соль. Знакомый эрзац кофе. Не чай, конечно, кофе? Но тоже сойдет. Ух ты! Тише, тише, тише. Уложить ребенка — это счастье для мамы. Не будем их будить. Мама. Конечно, не будем. Посмотрим. Что тут у нас? О, немецкий язык. 2 марта 1939 года.
Ульрих сказал, что мы переждем всю эту зиму в лесу, беду в лесу. Будем жить в его домике, никто нас не найдет. Волнуюсь. 20 апреля 41-го. Уже почти год так живем. Ульрих охотится на диких животных. Я готовлю и навожу уют, насколько это возможно. Кажется, что весь этот ужас обходит нас стороной. Иногда Ульрих убирается за провизией в город. Мой живот растет с каждым днем. Не знаю, как мы проведем роды, но ехать в город со мной – это слишком большой риск. 10 октября 41-го года. Давно не возвращалась к записям. Ясно одно – жизнь полна чудес и капризов. Интересно. Ульриху удалось привести своего старого знакомого доктора, чтобы он принял роды. Так и появилась на свет наша малышка Анна. Это наше прекрасное создание. 3 января 42-го года. Зима в том году особенно злая. С трудом поднимаюсь с постели. Болит живот. Лихорадит. Ульрих отправился за лекарствами в город 3 дня назад. Еще никогда он не задерживался так долго. Мы с малюткой пока держимся, хоть и с трудом. О плохом стараюсь не думать. Мать и дитя. Прочти дневник еврейки. А здесь, похоже, осталось несколько спичек. Ура! Они еврейки, они укрываются же от преследователя. Не-не-не-не-не-не-не. Книги мы жечь не будем. Не, книги это святое. К тому же отсырели они, не загорятся. Да и нельзя. Посмотрим хоть еще раз на них. Какие красивые и добрые люди. Пусть вот так повисят. Ладно, давай топить печку. Может, разогреем что-нибудь. Приступим. Холодно-то как. Давай. Так не пойдет. Сначала растопка. Так. Теперь дровишки. Ага. Как? Ты что не просовываешь-то их? А. Вот так. Теперь можно поджигать. Поехали. Так. Ну. Эй. Давай еще разок. Погоди. Ура, получилось. Отлично. Живем. Теперь почти как дома. Вот бы еще этот кофе заварить. Сейчас заварим. Что? Давай заваривать наш напиток. Остается дождаться, пока снег растает. Ждем. Скоро закипит. Ну что, теперь надо только подождать. Не закипело. Нужно еще немного. Погоди, ждем. Не закипело. Нужно... Осталось только добавить кофе. Отлично. Ох, черный как ночь, а какой аромат. Да. Кружку хватай осторожнее, горячая. Так, ну давай теперь устроимся поудобнее в кресле, потому что с кипятком лучше не бродить туда-сюда. Согласен. Слушай, как красиво! Вау! Потрясающе. Теперь отдохнуть можно. А доставай-ка припасенные сухари. Погоди. Ничего себе, на запах прибежала. Угостим соседку? Конечно, угостим. Конечно, угостим. Пусть кушает, тоже все-таки живое и создание. Правильно. Мы же тоже человек. Конечно, живое создание, жалко же ведь такую зиму-то. Может, дождемся весны здесь, втроем? Да было бы славно. Ты только представь, огонь трещит, птички поют. Ты задремала в кресле, я греюсь на печи. Ох. Эх, шучу я так, конечно, шучу. Нам с тобой есть куда идти. Конечно, есть. Давай, доставай письмо. Уж больно перечитать хочется. Давай. Дорогие, любимая наша Катя и Асенька.
Нет слов, которые бы описали то, как мы по вам скучаем. Мы живем дружно, в нашу деревню немец пока не сунулся. Пока еще есть хлеб и свежее молоко. Чего еще желать? Не представляю, как вам должно быть на чужбине. Одна радость, что живы, что доносится все-таки иногда от вас весточка. Пускай весь этот кошмар закончится поскорее. Любим вас и ждем с нетерпением в нашей деревушке. Ваши... Ваша бабушка, тетя Лида и малыш Егорка. Спи, сладко, моя родная. Скоро мы обязательно с ними повстречаемся. Эх, было бы хорошо. Бабушка. Хорошо, когда бабушка у всех есть. Дедушка, бабушка. Вообще. Сохранение. Извините, а вы не видели мою маму? Нет, солнышко, маму твою не видела. В смысле? Ну, чего ты нос повесила? Вернется мама. Куда ж она денется? Может и нет. Точно, нужно тебя было слушать. Тетя Злата, вы не знаете, куда ушла мама? Да, она говорила, что какое-то дело важное. А куда пошла, не сказала. А я и не уточнила. Блин, что же вы так... Далеко собралась, Пронера? Гюнтер тебя не пустит уже. Тетя Надя, я не могу найти маму. Ты лучше ляг, поспи. И сама не заметишь, как мама придет. А может, и не придет, откуда ты знаешь? Простите, а вы не видели... Du kannst nicht raus. Смена уже закончилась. Понятно. Короче, все не пускают, все такие обувы. Ой. Света. Ой, а где все? Нужно отыскать маму. Будем искать. Сохранение. Ух ты. Будем искать. Ой, как ярко меня аж экран весь засветило, и мое лицо тоже, судя по всему. Всех собрали. Так, а куда идти? А, тут вращать камеру можно. Спокойно. Лабиринт какой-то, божечки. Так, куда сюда? Ты что, потерялась? Да, потерялась. Маму свою, маму мою, верни, пожалуйста. Я свою маму хочу найти. Так, 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 так. Где, где, где? Сюда. Воздушная тревога. Не толкайся, стой смирно. Ох, не нравится мне это. Мне тоже. Маму уводят. Черт. Блин, за... Блин, застять не успел кадр. Погибла. Обязательно найди меня. Что ж такое? Я опять плачу, серьезно. Ой, простите, друзья. Я просто не знаю, как. Я просто не знаю, как это писать. Мне сейчас. Я вот-вот разрыдаюсь. Я вот взрослый парень. Мне 23 года недавно исполнилось. А я вот не могу на это смотреть.
прошу меня простить, а мы продолжим. Только не терзай себя. Это не твоя вина. Да, не моя, но... Но от этого, знаешь, знаете ли, не становится легче. Помнишь наши игры в прятки? Это почти то же самое. Да не то же самое, только теперь я не найду. Я вот помню, как мы ездили на велосипедах за город. Раннее утро. Солнце заливает комнаты теплым светом. Мы берем с собой овощи, хлеб, воду и спешим в дорогу. Ветер развивает наши волосы, ты такая счастливая. Извините, я не могу просто. Такая эмоциональная серия получилась. Я впервые за долгое время вообще сел записывать, и я просто не знаю. Очень тяжело морально, эмоционально тяжело. Но я рад, что я записываю, потому что, блин, я не знаю. Очень. Мне очень нравится. Это очень трогательная игра. Знаете, вот. А дальше? Дальше все стало совсем плохо. Почему плохо? Папа ушел, но обещал, что все будет хорошо. Что скоро вернется, и мы заживем еще лучше прежнего. Что все это забудется, как страшный сон. Забудется. Куда наденется? Ты знала, что иногда мы обманываем ради близких? Случается. Все поменялось так быстро. Когда пришли они, стало по-настоящему страшно. Этот страх был всегда со мной. И этим страхом я отравляла тебя. Мы ссорились чаще, чем следовало. Я ругала тебя и даже не задумывалась, каково было тебе все это время. Помнишь тот поезд, в котором нас везли сюда? Казалось, что мир сжался в беспросветную черную точку. Только маленькое окошко, из которого дул свежий ветерок, вселяло надежду. Оно напоминало, что мы по-прежнему живы. Можем видеть свет, дышать и чувствовать прохладу. Насколько бы ни сгустились тучи, для меня ты всегда останешься тем самым окошком. Ты стала такой взрослой. Дети не должны взрослеть так рано. Эта война нас всех состарила. Так не должно было произойти. Как я могла оставить тебя одну? Когда прилетели самолеты,
взрыве. Я не успела даже понять. Я всегда буду с тобой. А ты всегда будешь моей маленькой дочкой. Тебе пора, родная. Я знала, что ты меня найдешь. Нет, ну так не должно быть. Вообще никогда. Почему я? Почему? Я не смогу не плакать. Просто я... С днем рождения, доченька. Пусть тебе всегда будет тепло в этой меховой шапке. Помни, что любовь матери сильнее лютой, самой лютой стужи. Просто раз за разом все эти воспоминания переживать. Я даже не представляю, каково ребенку. Тем временем уже полчаса серии прошло практически. Бежать надо отсюда, Ася. Бежать. Какая же красивая, потрясающая игра. Сама по себе достижение попрощаться с мамой. Погоди. Еще немного, и они выломают эту дверь. Надо выбираться. Рано или поздно они нас тут найдут. Нужен другой выход. Я выход нашел. Здорово. Вылезем в окно. Только осторожно. Так. Да уж, не задалась ночевка. Я уж там размечтался, задремал. Ну ладно, будем выбираться. И ничего, пока ноги несут, надо идти. Ух ты. Вид от первого лица. Видишь, там убежище какое-то подвернется. Думаю, да.
Ну, а на этом мы, наверное, дорогие друзья, завершим нашу серию. Погоди-ка. Похоже на советский самолет. А вдруг эта папка прилетела и тебя ищет? Может быть. Уж на самолете-то мы мигом на родину доберемся. Так, нужно, чтобы он нас заметил. Есть идеи? Я даже не знаю. Давай за ним, а там уж разберемся. Ну, дорогие друзья, наверное, мы на этом завершим нашу очень эмоциональную серию. Я даже не знаю, что мне сказать. Я, в принципе, морально опустошен. Нечего мне сказать. Просто кроме того, что... Я рад, что вы прошли этот путь со мной. Эту серию со мной, впереди еще больше. Впереди еще больше новинок, кстати, выходит. Вот. Что ж, дорогие друзья, на связи был Dragon Soul Play. Все ссылочки в описании под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкусики, пишите свои комментарии, пишите свое мнение об игре. Как вам вообще, ну, мои нововведения о том, что я что-то там сделал. Ну и вообще, в принципе, как вам все понравилось, не понравилось, свои замечания, предложения. Я все принимаю, все читаю. А теперь всем пока.